За время двухдневного рабочего визита в Республику Татарстан Валерий Фальков, министр науки и образования Российской Федерации, успел посетить площадку передовой инженерной школы «Киберавтотех», которая создана на базе Казанского федерального университета и реализуется совместно с публичным акционерным обществом «КамАЗ». Современный мир, он очень противоречив. Нам надо готовить одновременно. Запрос идет на фундаментальное образование. Все хотят, чтобы человек был широко образован, обстоятельно, основательно. И вы видите всю дискуссию, которая ведется в стране. А с другой стороны, готовить надо быстро, потому что работодатель не ждет, ему надо чем быстрее, тем лучше. И вот где тот баланс между качеством, сроками обучения, фундаментальностью, профессиональным знанием и вообще готовностью жить в этом быстро меняющемся мире, вот это к инженерному образованию очень-очень приложимо. Выступить с докладом на панельной дискуссии в семинаре совещания по реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы», осуществить визит в Альметьевск. Казанский федеральный университет стал конечным пунктом. По словам Валерия Фалькова, промежуточный результат и эффект от плодотворной работы над федеральным проектом видны издалека. Первый серьезный эффект – это, конечно, более тесное взаимодействие наших университетов с бизнесом, с организациями реального сектора экономики, с индустрией в широком смысле. Это очень важно, поскольку это меняет само содержание образования, форматы образования, делает его более качественным, востребованным, практикоориентированным. Но это меняет наш университет с точки зрения исследований и разработок. Под председательством Валерия Фалькова в Казанском университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. В зале попечительского совета КФУ было много разговоров о важном, однако ключевой темой повестки стала приемная кампания. Ожидаем, в общем-то, выполнения всех тех показателей, которые мы для себя определили, значит, как по набору и на бюджетной основе, так и по набору на контрактной основе. Ну и надеюсь, что все-таки наши стобальники или около стобальники выберут все-таки наши вузы. Отметим, что нынешний маршрут уже знаком Валерию Фалькову. В августе 2022 года министр науки и образования Российской Федерации посетил крупные предприятия и ведущие вузы республики. Тогда на расширенном заседании ученого совета Казанского федерального университета глава Минобрнауки подметил успешно выстроенную стратегию КФУ на внешнем и внутреннем рынке и участие вуза практически во всех федеральных программах. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Ленар Гизатуллин, Универньюз.